Житель Якутии, обвиняемый в посягательстве на жизнь участкового, предстанет перед судом. Завершилось расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего жителя Омского района. Следствие установило, что ночью 18 октября прошлого года обвиняемый и его приятель пришли в опорный пункт полиции села Сосыр и постучали в дверь. После того, как участковый открыл дверь, приятель обвиняемого ударил по голове полицейского кулаком руки, на которую был надет металлический кастет. Сотрудник полиции упал, и обвиняемый совершил убийство. Тело участкового с ножевыми ранениями обнаружили на месте совершения преступления. Установлено, что ночью 18 октября 2016 года обвиняемый и его приятель пришли в опорный пункт полиции села Сосыр Омской республики и постучали в дверь. После того, как участковый уполномоченный открыл дверь, приятель обвиняемого ударил его кулаком руки, на которую был надет металлический кастет по голове. Сотрудник полиции упал и, как установили следователи, обвиняемый, действуя в составе лиц по предварительному сговору, совершил убийство потерпевшего. Тело 51-летнего участкового уполномоченного полиции с ножевыми ранениями обнаружено на месте совершения преступления. В связи с оперативным установлением личности мужчин, причастных к совершению преступления, один из них находился под присмотром членов добровольной народной дружины до прибытия сотрудников следственно-оперативной группы. В последующем, по ходатайству следственных органов, обвиняемый был заключен под стражу, а его подельник непосредственно после совершения преступления совершил суицид. Обвиняемый признался в совершенном деянии и дал следствию показания об обстоятельствах совершенного преступления. Следственными органами собрано достаточное количество доказательств по уголовному делу, которые легли в основу обвинительного заключения.